В День России состоится уникальное событие – всероссийский телемарафон патриотической песни «С чего начинается Родина». В отборочный этап фестиваля заявились сотни участников. Кто вышел в финал в Уральском федеральном округе и какие песни прозвучат 12 июня, расскажет наш корреспондент. Неповторимая уральская земля. Для исполнителей участие в телемарафоне «С чего начинается Родина» стало настоящим марафоном по родным краям. В сцену превратились и уральские горы, на которые подняли концертный рояль, и палуба теплохода, плывущего по реке, и асфальт городских улиц, и тундра, до которой нужно добираться несколько часов на вездеходе. Каждая песня отвечает на вопрос, с чего начинается Родина, по-своему. Для многих она начинается с изучения народных костюмов и с первых слов на национальном языке. Всегда, при любом радостном, нерадостном событии, человек выражает свои эмоции, свою душу, особенно русский человек, через песню. Это в традиции наших, всех наших народов, живущих в нашей великой России. Участники всероссийского марафона-фестиваля – непрофессиональные артисты. Вот обладательница мощного вокала, пятиклассница из Свердловской области. Поет на фоне пейзажей старинного Невьянска. Ой, да кто ж тебя доспородил, это кто же тебя эхо раскормил? Школьники, студенты, молодые специалисты, работающие в разных сферах, отправить заявку на участие мог любой житель Уральского федерального округа от 10 до 35 лет. Гордая моя, сильная моя Россия. Видеозаписью своих выступлений на отборочном этапе присылали солисты, дуэты и коллективы. В Уральском федеральном округе профессиональное жюри отсмотрело более 500 песен. Как-то очень тронуло то, что молодое поколение так искренне, с таким теплом исполняет песни о родине. Ограничений по жанрам не было. Песни авторские и народные, хиты именитых певцов и совсем неизвестные новые произведения. Все участники, по нашему мнению, произвели очень яркие впечатления. И, возможно, среди них будущие звезды эстрады. За Уралье, милое мое, мое, зеленью лесов всегда согрето летом. Многие из тех, кто вышел в финал и участвовал в съемках клипа для всероссийского телемарафона, впервые работали с лучшими профессиональными режиссерами и операторами региональных ГТРК. Матушка моя, украшением эфира станут голоса двух исполнительниц из Ханты-Мансийского автономного округа – Людмилы Мацепула и Розалии Гагунской. Заявок было очень много, на удивление. Отбор был, конечно, очень тяжелый для нас, потому что хотелось, чтобы все попали в конкурс. Но, тем не менее, две работы были отправлены от нашего округа, и я надеюсь, что они будут участвовать в марафоне 12 июня. В Уральском федеральном округе в финал марафона вышли 15 исполнителей. Теперь их услышит и увидит многомиллионная аудитория. Телемарафон «С чего начинается Родина» – грандиозный проект ВГТРК. В 12-часовом признании в любви к Родине примут участие все регионы нашей большой страны. Всероссийский телемарафон патриотической песни «С чего начинается Родина» стартует в День России 12 июня. Трансляция пройдет на мультимедийной онлайн-платформе «Смотрим». Марина Селезнева, Вести Югория, Ханты-Мансийск.